участники получили свои номера и уже готовятся к гонке. Рождественская лыжня объединила профессионалов и любителей лыжного спорта со всего округа. В этом году спортивное событие впервые прошло в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Все уровни, и профессионалы, и любители, будем разделять их поэтапно. Малыши пробегут там 600 метров, взрослые пойдут побольше, пробегут у нас, так сказать. Вот. Но все будут рады, все получат подарки, горячий чай попьют с печеньками, с конфетами. Наталья вместе с детьми пришла на Лазутинку, чтобы принять участие в гонке. Мы потренировались, в принципе, ничего сложного нет. Им, если нравится, то они это быстро на ходу запоминают и учатся. На старте взрослые, молодежь и совсем юные лыжники. Принять участие в гонке – это отличная возможность активно провести выходной. От мамы я узнала об этом, поскольку, катаясь на лыжах второй раз, мне стало интересно очень поучаствовать. Я первый раз. Я хожу в воскресную школу Георгиевского собора, и там, значит, была рассылка в группе в WhatsApp, и думаю, почему бы не поучаствовать. Около 50 спортсменов приняли участие в рождественской лыжне. Организаторы планируют проводить гонку на Лазутинке каждый год. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».